Здравствуйте. С нами на связи главный тренер финского Йокерита. Пожалуйста, комментарий по матчу. Oli kova taistelu, että tiedettiin, että huippujoukkue tulee vastaan ja mun mielestä yksi parhaista joukkueista tässä sarjassa. Ja aika puolustamiseksi se meni, mutta tärkeä ylivoimamaali tehtiin ja kuitenkin kestettiin nuo alivoimat. Ja Janis Kalnis viimeisenä lukkona, että upeat kaksi pistettä. Taas, nää oli se ranne, josta puhutettiin se Lossivodnia. Ofa Harossa ja Kamanta. Сильно играли в обороне у себя и конечно, там очень много было удалений сегодня. И конечно, Янис сегодня великолепно стоял у себя на воротах. И муто, китос. Спасибо. Добрый вечер. Азамат Шалуков, медиакарсеть. Когда Лепсто сыграет за Йокерит? Спасибо. Toivottavasti maajoukkuetauon jälkeen on mukana tuo Podolskissa. Ja думаю, что после Кубка первого канала то есть уже через полторы недели. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Сегодня обратили внимание, что было много бросков с дальней дистанции, и особенно верхом. Был расчет так бросать, потому что нет слова маленький вратарь. No, ei ollut tarkoitusta aika paljon. Me tietenkin halutaan Sinivivan kautta pelata noita maalitilanteita. Meillä on hyviä maaliedusspelaajia, Jesse Joensuuta ja kumppaneita, mutta meidän laukausten laatu ei ollut tänään ehkä parasta mahdollista, mutta ei ollut mitään erityisskauttausta. No niin, ei ollut ничего такого. То есть мы хотели сегодня играть через синюю линию, бросков оттуда и потом все репаунды, которые могло бы получить у себя, но такого особого плана не было. У нас есть еще вопросы из Zoom. Пожалуйста, коллеги. Да, здравствуйте, Лаури. Такой вопрос. После 10 минут первого периода Йокерит ни разу не бросил в створ ворот. Вот. Это соперник здорово так начал? Или у ваших подопечных чувствуется усталость, так как третий матч играете за последние 5 дней? Itse asiassa me aloitettiin ihan hyvin, mutta ihan totta, ei saatu laukauksia. Mutta sitten se yksi alivoima meille, niin se vähän sekoitti meidän rytmiä, sitten päästiin loppuerästä vasta peliin kiinni. Että mutta mun mielestä aloitettiin hyvin, vaikka ei saatu niin paljon laukauksia, mutta jäähyn jälkeen oli vaikeaa, mutta loppu oli hyvä aikaista erästä. Первые 10 минут, наверное, там было, по-моему, начинали хорошо, хотя бы там бросков действительно не было так много, потом там удаление получили, но уже последние минуты там, начиная 12-го минута приблизительно, мы уже начинали и бросать тоже. Вопрос. Если взять последние 5 игр, то 50% всех заброшенных шайб Йокерит забросил за 5 минут до конца периода. То есть сегодня 3 шайбы также залетело. Это совпадение или Лаури ставит все-таки акцент на концовку игровой третья матча, на концовку периодов? Joo, kai meillä sen verran vanha joukkue, että se vertyy pikkuhiljaa aina noihin eriin, että lopussa ollaan parhaimmillaan. Ei ole, en tiedä, mutta hienoa pääasia, että tehdään. Ja tuomastunastakin starja igraki useastaan, niin последние минуты только играет таким образом, что он не бросает голов медленно, как дисели. И последний вопрос от меня. Если бы в КХЛ была номинация «Король пятака», то кто, по мнению Лаури, мог бы конкурировать в КХЛ с Jesse Joensuun в этой категории? Спасибо. No joo, varmasti hyviä maaliedustajia pelaajia, mutta kyllä tarvii sanoa, että aika hyvä pelaaja pitää löytää, että jos Joensuuta parempi on vielä tuossa maalineessa ja kuinka tehokas on viime aikoina ollut, mutta esimerkiksi kotijoukkueesta, niin siellä on hyvä Hartikainen ja Kadeekki, niin hyviä maaliedustajia, mutta kyllä Jesse on tällä hetkellä varmasti ihan sitä parasta A-ryhmää. No ja tuommoista ei sitten taipa tuommoista, että Jesse чтобы кому-то сравнивать с Jesse. Мишазаев, там Кадейкин, Хартикане, но должен быть хороший игрок в лиге, если играет так, как Jesse сейчас играет там именно. Огромное спасибо главному тренеру финского Йокерита Лаури Мариемяке. Thank you, good luck. Коллеги, к нам подключается главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлайф» Томми Ламса. Здравствуйте, и для начала комментарий по матчу. Здравствуйте, добрый вечер. Today again same story like
like after a couple of last games, the scoring is the problem for us. I think today 39 shots to the net, really good chances, but Kalnins again, like Helsinki, same kind of game. We had chances and but we couldn't score for him, and today was same kind of game. But today we created chances and I think we had a good structure for the game. Думаю, что сегодня повторилась история предыдущих встреч, что у нас до этого были, так же, как и матч в Хельсинки. Мы создавали моменты, мы сегодня бросили по воротам Калнича 39 раз, но, к сожалению, самая ключевая и главная проблема, что нам не удалось пробить. У нас были отличные возможности, мы создавали шансы, играли, у нас была хорошая структурная игра в структуру нашего хоккея, но, к сожалению, нам сегодня удалось забить, это как раз главная проблема. Коллеги? Горобзор.ру. Салават Юлаев играет в ужасный хоккей. Болельщики недовольны философией, которую вы прививаете команде. Вы готовы уйти в отставку? I think I see this situation a little bit different way. Я думаю, что из этой ситуации есть другой выход. Sorry. We play same way like we played before. Like exactly same hockey and we scored the goals we played. I think we all saw that we create a lot of goals and we create good results. And I think now it's we can score goal and that's the problem. Ключевая разница и проблема в том, что мы сейчас не забиваем. Мы играем в такой же хоккей, как и прежде, но мы сейчас просто не можем забить. Это главная наша сейчас проблема в этой ситуации. Салават Юлаев — это топ-клуб, который долгие годы играл в агрессивный атакующий хоккей. За это его все любят. Сейчас ваша команда, сейчас ваша работа привела к тому, что Уфа играет скучнейший и простейший хоккей. Почему вы отказываетесь следовать философии клуба, которая выстраивалась 10 лет, и сейчас вы пришли и упрямо диктуете свою философию? We want to play offensive hockey for sure. That's the plan. We want to play with the puck. That's our biggest thing. Самое главное, наша задача, наша цель — это играть с шайбой. Мы атакуем. Something else? No. It's our my philosophy. We need to play with the puck. We want to play with the puck. So that's it. По моей философии мы должны находиться с шайбой и играть с шайбой. Добрый вечер. Азамат Шалуков, Медиакорсети. Как именно вы планируете решать проблему малой результативности, что сегодня конкретно хотели сделать против Йокерита? How did you try to solve the scoring problem and exactly in this game against Yokerit, how you tried to? We created chances and the thing is, like my experience last 20 years, as long you have a chances, things going right direction. And there's going to be the day when you start scoring again. So we need to make sure that we have a chances. And today, after first one, we tried to use more our defensemen in the offensive zone, and we wanted to put it back to D and shoot from the blue line and create also chances like this. And that was the biggest change because we created chance from the rush, we created from the deep, so we wanted one more step. And I think a couple of really good shots from the blue line today. My 20-year опыт мне хоккея говорит о том, что если ты создаешь шансы, значит, ты делаешь все правильно. Сегодня у нас были также шансы забивать. Что касается деталей, то мы старались сегодня подключать атакам защитников, которые действовали с глубины и, например, носили броски от синей линии. Поэтому, если оценить в общем, то у нас были возможности сегодня забить. У Салата и в прошлых сезонах были проблемы с результативностью. Можете эту ситуацию сравнить с тем, что было в прошлом? Как тогда справлялись? Yeah, a little bit. I think this part of the year, I check all those stats. So games, like when we're coming close to game number 40, example last year before that, Salavat Yulayev have had really hard times to create results. And that's the same thing now, what we have had earlier. And of course, then scoring going like a hand to hand. Чтобы забивать голы, в первую очередь, нужно быть голодным, искать, охотиться за этими голами. А что, если говорить о той ситуации с предыдущими годами? Да, я согласен, мы сравнивали ситуацию на момент
такого же количества матчей примерно, и получалось что та же картина, что главная проблема была именно как раз достижение результата и набор вот этих очков на этом же промежутке. Ну, а конкретно сейчас нужно лишь забивать голы. Насколько хорошо игроки вас понимают? Вообще понимают ли? Это первое. И второе. У Кольдова огромный регресс в игре. Как это объясняете? Спасибо. First, boys understand really well how we want to play, and there is the things what we want to see. And but I think you said chaos. It comes when we can't like reach our goal, score a goal, and we can't like make results at the moment. So that's why boys, they really want. They have a huge green heart, and all of those guys in our locker room wants to help our team, and they want to give everything for the team. So when we have a time like this, that it's hard to win these games, hard to score a goal, it comes out like boys want to give too much, and it's like a little bit like a stiff, and that's why I think it maybe looks like that. What about Kolodov? I think Kolodov, he's the one of those guys who really want to help our team, and his play at the moment, he's playing more offensively, and maybe that's why I don't know, because I think Kolodov, he really wants to help the team, and I think he didn't play badly today. A couple of maybe mistakes, but there is a lot of mistakes during the game. Да, я уверен, что игроки прекрасно понимают, в какой хоккей они играют и какой хоккей мы просим их играть. Если говорить о той ситуации, что, как вы сказали, хаос какой-то в нашей игре присутствует, то он лишь, возможно, происходит от того, что игроков чрезмерное желание забить, потому что если в какой-то момент матча тебе не дается достичь результата, который ты хотел, и ребята, вот мы говорили с ними в раздевалке, каждый желает себя дать полностью, у каждого горит зеленое сердце, они выкладываются, и, возможно, это чрезмерное желание, оно, к сожалению, влияет где-то на какие-то моменты. По Кольдову, я считаю, что Кольдов хорошо действует. Сегодня он играл чуть более в атакующем стиле, и вполне возможно, от этого и происходят моменты, когда какие-то происходят ошибки. Добрый вечер, Екатерина Щуркова, про Уфу. Скажите, вы в предыдущем вопросе Азамату ответили, что нужно быть голодным по голам. А что, Салават сыт голами? То есть он напитан голами или что? Мы не забиваем уже какой матч подряд. Мы 2 матча из 4 проиграли со счетом 0-3. Чего-то команде не хватает? Или как вы это объясните? Нельзя так спокойно реагировать на такие проигрыши. Все, вопрос закончен, на том бесконечно получился. Yeah, for sure we want to go a lot of goals, and I think like now we need the first goal and then we go and then like I said our guys are a little bit stiff at the moment when you need to put the puck to the net like today I think 2 crossbars and empty net Hartikainen and Manninen like moments like this and for sure we want to score a goal and our boys want to do that so much that now it goes a little bit like we overwork at the moment. But we're hunting the goal and hopefully we score a goal against Tibet. Ну, конечно же, мы хотим забивать больше. Это естественно. Да, возможно, ситуация происходит даже от того, что мы чрезмерно этого желаем, потому что сегодня, если брать моменты, был момент Кадейкина перекладина, Манинин, Хартиканин бросали из выгоднейших позиций, но, к сожалению, забить не удалось. Естественно, никто не ставит задачу не забивать голы. Мы, естественно, хотим, и, возможно, в следующем матче против Сибири мы наконец-таки сможем забить этот гол, и чтобы у нас игра получалась после этого. Олег Чернов, Субкор 02. С голами Салавата Юлаева вроде бы как разобрались, а вот почему Салават сегодня пропускал в концовках именно периода? У вас есть какое-то мнение как специалиста по этому вопросу? Именно почему в конце? No, first one was power play goal, and it was Grant, defenseman Grant, shoot the puck from the blue line, and our own winger, Piotr Horikov, the puck touched his stick, and it was an unlucky bounce. Our goalie
Juha Metsola couldn't see the movement of the puck, and that was the first one. Second one, defenseman Lisovets tried to put the puck deep, and all guys changed, and the puck hit the ref, and it was like an unexpected bounce back to the game, and 2-0 and a goal. Third one was like I said, boys wanted to score. D's a little bit too aggressive and chance for opponents. So I think today there was like untypical goals. First one and second one. So about end of the period, I can't find any like a special reason. О том, что голы именно были забиты в концовке каждого периода, нет какого-то у меня ответа, что они какой-то особенности, какой-то такой яркой причины. Если их разбирать детально, то в первом случае после броска Гранта шайба попадает в клюшку Хохрякова, Мецела момент рикошета не видит, она попадает в ворота, второй гол происходит после того, как команда пошла на смену, Лисовец бросает, неудачный для нас отскок от судьи, случился в обратную сторону атака, пропускаем 2-0, проигрываем, ну а в третьем мы слишком, защитники слишком активно пошли в ту зону атаки и, к сожалению, здесь получили контратаку и пропустили третий гол. И, пожалуйста, еще один вопрос по поводу Лалыкина. Сегодня он играл в четвертом звене, но он снайпер и может забрасывать много шайб. Может быть, стоит ему давать больше игрового времени и поднять его в звеньях, чтобы он смог наконец-то помочь забросить Салават Юлаеву? Yeah, he can score, and he's a young player, and for sure, in the future, he's a big help for Салават Юлаев. But at the moment, we need to think what is the best option. В данной ситуации нам нужно выбирать лучшие оптимальные варианты. Что касается Алыкина, с вами согласен, что он хороший нападающий, хороший молодой нападающий, у которого есть хорошее будущее. И думаю, что в будущем он принесет много пользы нашей команде. Спасибо. У нас закончились вопросы. Thank you, Tommy. Здравствуйте, к нам подключается вратарь Йокерита Янис Калнич. С победой вас и для начала комментарий по прошедшему матчу. Yeah, thank you. I think it was just unselfish from our guys the way they played, and that set the tone for the whole game. We just kept doing the small things we had to do, and yeah, I think the biggest part was we were just unselfish, and that's it. Я думаю, что сегодня, в первую очередь, ребята не играли такой не в жадной манере, да, отдавали себя полностью игре. Сегодня у них был хороший настрой, и поэтому, думаю, это ключевой момент в этой встрече. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Какой момент был самым тяжелым для спасения? Вы сегодня сделали несколько хороших сейвов. Yeah, I got it. I don't know. I don't think there was one save or one moment that kind of saved the game. I think it was throughout the whole game. You know, like small things... small saves, some lucky moments here and there, and the puck didn't go in our net, so that was the good part. And the second goal we scored, that was kind of huge moment, huge turnover, and you know, the way we scored, it's almost a breakaway, and still Savinainen did a rebound pass to our player and he scored the goal. So yeah, it's like I said before, it's a unselfish game today. Ну, сложно выделить какой-то один момент, потому что матч состоит из деталей. Здесь отбил, здесь шайба удачно для нас отрикошетила. И я думаю, ключевой момент в матче – это все-таки наш второй гол, когда мы забили после вот этого перехвата, вот этой контратаки. Савинайнин хорошо все сделал, и я думаю, что это сыграло. Но я повторюсь, что сегодня мы полностью отдавались игре каждый. Олег Черновцев, Кор 02. А вы довольны тем, как ваши защитники чистили пятак сегодня? Потому что, ну, горячо было достаточно. Yeah, I would say, yeah, we did really good job in our net front. Of course, there were some moments I didn't see the puck, but it's going to happen. Those Ufa players, they're really good in going in the net front, battling for the loose pucks, and it's not easy games against them. So they did good job. We did a little bit better job today, so and won the game. Можно ли сказать, что... А, извините, перевод, да. Sorry. Давай, Олег, я перейду и потом продолжишь. Okay.
Отмечу, что да, соглашусь с вами, что сегодня наши защитники хорошо действовали, но не стоит забывать, что и были моменты, когда игроки Салавата хорошо действовали на пятачке, какие-то были отскоки, но какие-то моменты я шайбу даже и не видел, но здесь мы слаженно сыграли, и поэтому я думаю, что это часть успеха. Нам сказали, что вы сегодня 39 спасений сделали, а ну, оцените, пожалуйста, по 10-бальной системе сложность сегодняшних бросков игроков Салавата Юлаева. В среднем, так, если примерно математически. Извините за математический вопрос, но, может быть, получится. I would say 7. I would say 7. You know, they didn't score. If they would score, then I would give higher. But they're smart players. You can't really anticipate one play from them. They, you know, sometimes they shoot, sometimes they're looking for the pass or rebound pass, and yeah, they're good team, good players, and it's not easy on like playing on them, whether it's 2-on-1 counter attack or 3-on-2, they're always looking for some smart plays and smart ways to play. So yeah, I'll give them 7. Ну что ж, я, наверное, думаю, оценку поставлю 7, потому что, типа, они забили, возможно, она была бы больше, но не стоит забывать, что у Салавата очень сильные игроки, всегда у них есть несколько вариантов для атаки, они могут опасно бросить, либо они могут найти и умно сыграть в передачу, у них были опасные моменты в контратаках, я думаю, что, да, пусть будет оценка 7 сегодня. Спасибо большое. Все, вопросы у нас закончились, спасибо. Интернета нет, спасибо за хорошую игру. Да, спасибо. Еще раз здравствуйте, ребят. Коллеги, к нам присоединяются нападающие юлаевцев Александр Кадейкин и Владимир Жарков. Для начала, если можно, оценку матча от каждого. На самом деле, все как нельзя просто. Йокерит забил в свои моменты, мы не забили ничего, поэтому счет 3-0. А счет на табло, результат такой очень неприятный. Да. Если будет вопрос про голы, какие там они забили, без разницы. Мы такие же голы свои не забили. Так что все дело, сколько кто забивает, количество шайб. Спасибо. Коллеги, вопрос. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Вопрос, думаю, для обоих. Как вообще в команде, и вы в частности воспринимаете вот этот вот кризис Салавата и с поражениями, и с малым количеством голов? Может быть, как-то разговаривали между собой без тренеров, пытались как-то психологию потянуть. Как вообще с ментальной составляющей сейчас? Замат, здравствуйте, во-первых. Ну, на самом деле, здесь два вопроса, и две составляющие, они в одно, да. То есть, как бы, мы и проигрываем, потому что не забиваем голы, да. То есть, у нас нет результативности, мы поэтому проигрываем игры. Поэтому здесь все просто, надо начинать реализовывать моменты, надо забивать. Я думаю, что у нас и до этого были такие, ну, такие серии, такие отрезки на чемпионате, когда тяжело шли шайбы, может быть, где-то. Ну, на самом деле, рецепты-то всегда не одни, простые. То есть надо лезть, надо где-то играть проще, где-то надо за счет работоспособности, за счет желания их сбивать, а не за счет мастерства. Выходя на игру, надо рассчитывать не на свое мастерство, а где-то, наверное, на что-то другое, да, то есть на желание. Разговоры были, и понятно, чтобы каждый не искал там проблемы в ком-то другом, а, наверное, в первую очередь себе, что у нас единая команда, единый коллектив, и если твой партнер, допустим, не забил, так сделай все возможное, чтобы в следующем отрезке он опять имел возможность забить. Я думаю, через такую работоспособность, через желание и помощь друг другу придет тот результат, который всех устроит. Еще один вопрос, тоже для обоих, пожалуй. Оцените структуру игры Салавата, насколько вы хорошо понимаете, что от вас хочет тренер. Иногда Салават выглядит довольно хаотично. Сегодня, например, пару раз вы играли в атаке, а Йокерит потом выходил в контратаку. Например, они так третий гол забили. И до этого подобные эпизоды были. Это от чего происходит? Спасибо.
Ну, здесь получается, третий-то гол забили, когда уже счет был 0-2, да, и полторы минуты до конца. Опять-таки, я бы не стал бы, да, делать на этом акцент, когда и говорить, что это там какое-то невыполнение тренерского задания. Конечно, когда счет 0-2, где-то уже и рискованно начинаешь играть, и как бы и инициативу там брать на себя, там кто-то уже... Поэтому здесь как бы говорить о выполнении там какой-то тренерской структуры, наверное, ну, не приходится. Поэтому если в целом говорить, да, тяжело сказать, а в принципе требования одни, то есть в обороне, да, то есть правильная игра в обороне, я думаю, как и во всех командах впереди, нам никто не запрещает не создавать, не забивать правильно, то есть никто не говорит, что играйте так, 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 и от этого типа нет результата, да, то есть как бы здесь каждому надо, наверное, в зеркало посмотреть и себя спросить. Ну, я согласен, потому что тренер делает установку, да, но все прекрасно понимают, что вся установка не работает, если ты там что-то свое начинаешь выдумывать. Если ты начинаешь выдумывать, берешь инициативу на себя, то будь любезен уже получить там за это и от команды, и от тренера. Вот. По поводу третьего гола я согласен, что там когда остается полторы минуты, там такой момент рисковый, если бы вдруг отобрали бы, наверное, могла быть какая-нибудь контратака в чужой зоне, но они там выбросили, просто убежали 2-0. По поводу второго гола, он там шайба попала в судью. Они тоже там как бы вышли 2-0, но там шайба идет по закруглению, никто, все думают, что она будет за воротами, а оказывается на синей линии. И судья отъезжает, а она падает. Там, это тоже так нельзя там. Это на тренировках не отрабатывается, да. Ты не можешь, ты просто, у тебя есть там вброс шайбы, и ты бежишь сразу туда в давление, и она оказывается, что она на синей линии за людьми, которые тебя догоняют. Так что... Я думаю, все прекрасно понимают по поводу установки, что все начинается с защиты. Чем проще и быстрее ты отберешь шайбу в защите, тем легче тебе будет нападение. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Здравствуйте. Александр, вот вопрос вам. Вы сказали, что где-то нужно сыграть попроще, да? А не кажется, что наоборот Салават играет слишком просто? Вот именно там простой вход в зону, по борту, минимум диагональных передач в чужой зоне, и от этого как раз Уфа и страдает. Мы креативности вообще не видим, если честно, со стороны. Денис, здравствуй, во-первых. Хороший вопрос, но, слушай, ну сколько у нас сегодня моментов было, раз мы... Я бы не сказал, да, что нам эта простота мешает, и она нам не дает создавать моменты. В принципе, моменты сегодня были и в первом периоде, да, то есть как бы были хорошие моменты, то есть забивая их там, мы бы, наверное, сейчас бы говорили бы в другом ключе, да, что Слават забил свои моменты и здорово сыграл в обороне, да, то есть как бы... Но этого не произошло, да, то есть креатива не хватает, ну, не знаю... Тоже какого креатива, когда пять человек стоит перед воротами, когда Йокерит занимает позиционную оборону, да, играет боксом, там особо, если честно, не накреативишь, вот, в принципе, за счет движения, за счет где-то, поломки вот этих схем, где-то, когда заставляют защитников теряться, заставляют там оборону ломаться, то есть только так такую оборону ломаются. А креативность, ну, не знаю. Тяжело сказать. Как бы, если так завершить ответ, то я считаю, что мы, в принципе, сегодня достаточно моментов создали. Владимир, вот вам вопрос. Сегодня сыграли, ну, по моментам не хуже, чем в Финляндии, но по результату хуже. Причем у Салавата было намного меньше игроков. На ваш взгляд, в чем причина? Да дело-то, я говорю, тут результат можно смотреть разный, поймите, что там... Там... Не сказал бы, что, ну да, там было меньше народу, но все равно все прекрасно понимали быстрые смены. И, ну, в той игре было гораздо меньше моментов, я считаю, чем сегодня. Вот.
Результат? Ну, результат такой, какой он есть. Мы просто не забили свои голы, не реализовали свои моменты. Значит, где-то надо злее, проще, удачливее и хладнокровнее, наверное, быть. В самой последней стадии атаки. Еще один общий вопрос. Ну, складывается ощущение, я, если честно, слышал, что немножко микроклимат стал похуже внутри, чем в прошлом году. Ну, там, допустим, легионеры чуть дальше отделились, так говорят, по крайней мере. Нет желания, я не знаю, собраться куда-то сходить, выпить в глаза друг другу, посмотреть так откровенно по-мужски после такой серии? Она тяжелая. Интересно. Советы, конечно. Да нет, на самом деле, насчет микроклимата, не знаю, наверное, надо... Денис, вам нужно лучше проверять свои источники, я думаю. Ну вот, поэтому... Да нет, на самом деле, микроклимат, ну что? Результат, да, то есть как бы это всем известно, когда будет хороший результат, да, то есть когда команда выигрывает, и микроклимат, он лучше, он хороший, да, то есть понятно, что победы, они придают уверенность, придают позитиву, да, когда идет длинная серия такая из поражений, да, то есть и эмоций мало, потому позитивных, потому что нет голов, да, нет удовлетворения, наверное, от своей работы, вот, здесь надо искать правильные ответы на вопросы, да, почему она не идет и почему мы не выигрываем. Это раз, да, и самый простой, наверное, ответ, да, сходить и выпить. Ну, это, наверное, ну, не такое, так скажем, не такое основательное решение будет, да, для этой проблемы. Я просто, знаю, я... Такую вещь скажу. Мы точно так же переживаем за результат на самом деле. То есть, не то, что да, мы сидим там, то есть, как бы со стороны, да, вот все недовольны, а мы как бы сидим и вроде как бы типа все нормально, моменты есть. То есть мы также переживаем, тоже ищем ответы там на вопрос, почему мы не выигрываем, да, но здесь мы тоже стараемся не уходить там куда-то глубоко, да, то есть как бы смотреть объективно, да, то есть мы просто не забиваем голы, мы создаем моменты, да, то есть у нас нет такого, что мы сидим в обороне, да, там и у нас один момент за игру, то есть мы нащупываем игру, то есть она даже где-то уже закручивается, вот это... как сказать, шестеренки, да, так скажем, закручиваются, моменты есть, но вот не хватает последнего результата, да, а может быть кто-то со стороны, да, то есть как бы такой взгляд, что вот результата нет, и значит все плохо. Да нет, у нас не все плохо, у нас есть хорошие позитивные моменты, у нас где-то мы находим игру даже, она у нас есть, но самое главное, что мы не забиваем, мы проигрываем игры, и от этого весь негатив, да, от этого и все разговоры о микроклимате и так далее, и так далее. Это я просто очень хотел сказать, да. Вот про вопрос по-мужски поговорить, посмотреть в глаза. Я думаю, не обязательно куда-то идти. Есть раздевалка, есть после игры, есть партнер, который ты можешь там недоволен, или там тренер. Если у вас источник сказал, так пускай те люди, которые там, наверное, недовольны или что-то, могут. Все мы взрослые мужики, и никто обижаться или там плакать не пойдет. Взяли, сказали и разобрали ситуацию. Если ситуация такая... непонятно для друга, пошли с тренером, поговорили. Я думаю, это такой самый мужской поступок, если ты там недоволен с кем-то, ты просто пришел, сказал там, Володь, сделай то-то-то, и тогда будет лучше для команды. Я говорю, хорошо. Так пойдем обсудим этот момент. Или эпизод, или что-то такое. А не обязательно собираться куда-то, идти выпивать и там смотреть друг другу в глаза. Можно все это решить и в раздевалке. Мне кажется, собираться надо, наоборот, по хорошему поводу, что мужики все красавцы, просто вот соскучились, давайте посидим, просто поговорим там, как вообще у вас дома дела и как там никто не болеет, а не хоккей. Хоккей обсуждается в раздевалке и на льду, мне кажется. Здравствуйте, Олег Чернов, Сапкор 02.
По поводу вот реализации как раз хотелось спросить. Никита Кучеров рассказывал в интервью, что он отрабатывает броски там чуть ли не по-дикому, там выгоняет машину из гаража, начинает бросать, там, ну, говорит, делать нечего, вот я броски отрабатываю. У нас в Словатии Лаеве есть игрок, который очень много работает над броском? Олег, здравствуйте. Ну, такой интересный вопрос. У нас реализация – главная проблема. Значит, ну, может ли вообще помочь опытному игроку, без того умеющему бросать, как говорится, повторение этих бросков до там, сумасшествия? Да, то есть совершенствование никогда оно не помешает, да, то есть как бы это процесс тренировки, да, то есть да все работают, на самом деле, все работают после тренировки, все работают, то есть, ну... Не знаю, тяжело сказать. Да все работают. Вы спросили, все есть игроки, которые работают? Все работают. Ну, что, вот вам ответ. Наверное, не всем дано, как Никите Кучерову. И последний короткий вопрос, чтобы завершить на позитивной ноте. Сибири очень тяжко, да, придется? Сколько они там, 10 пропустят, нет? После такой серии, по-моему, вы разозлились. Да, мы... Мы всегда злые, просто давайте посмотрим, нам, конечно, так, что значит, вы думаете, мы после предыдущих игр были не злые, да, то есть как мы выходим, играем, мы создаем моменты, ну, надеюсь, мы просто выиграем эту игру, нам не надо думать о 10, нам надо просто сначала начать просто забивать и начать выигрывать игры. А то мы слишком так будем смотреть очень далеко и слишком о многом мечтать. Нам надо начать с малого и потихонечку шаг за шагом идти. Без разницы, как заработать 2 очка. Можно 1-0 выиграть, можно 2-1, без разницы. Главное, что 2 очка. А сколько там забьем? Это без разницы. Спасибо, успехов. На этом у нас все. Спасибо огромное. Удачи дальше. Добрый вечер. Доброй ночи.